Всем привет! С вами эстонская кухня Ступервары, и сейчас я буду, как обычно, делать очередной эксперимент. Я ни разу не делала домашний творог, и вот я решила попробовать, так как сейчас около дома продают такое прям коровье молоко, приезжает мужчина из деревни, продает. И вот я уже делала йогурт, а теперь я решила попробовать сделать домашний творог первый раз. Я налила молока в кастрюлю. Ну, я люблю такие самые простые рецепты. Вот, налила молока в кастрюлю, и чтобы оно прокисло. Конечно, я его предварительно немножечко довела. Ну, не до кипения, а так вот уже почти что вот как закипает. И выключила. Вот. В одном видео увидела, что надо лимонную кислоту добавить. Я добавила, конечно, но намного меньше, чем было указано. Но молоко у меня почему-то долго очень прокисало. Было написано, что через сутки, через 27 часов. У меня стояло более 2 суток, вот, чтобы получилось оно такое, что можно уже было сливать на творог. И вот сейчас мы будем сливать. Вот это изделие Тупервары, это никакая не распаковка. Это просто вот все то, что нам понадобится при приготовлении творога. Итак. Я решила использовать не дуршлаг, а термосервирователь Servofix. Это изделие Тупервары. Здесь наподобие дуршлага вставлено такое приспособление. Я сюда расстелю марлю и буду выкладывать эту массу, чтобы она здесь стекала. Если нам необходимо будет эту емкость на время куда-то поставить, мне не надо никакую дополнительную тарелку, так как у крышки термосервирователя здесь имеется как ножка наподобие, и когда мы ставим, эта крышка, извините, эта крышка, ну, она не шатается. Вот. И так как это выглядит в деле, давайте посмотрим. Так. Расстилаем сюда марлю. Марлю я приготовила. Делаю первый раз. Сразу вместе с вами. Марлю, наверное, я не знаю. Там написано, можно в несколько слоев. А зачем в несколько слоев? Давайте в один слой. Там все равно же он никуда не проскочит. Давайте вот так в один слой мы расстелим марлю. Так. Это лопатка Тупервары. Я ее вот так предварительно порежу, эту массу. Вот сыворотка у нас как бы отделилась. И сейчас мы будем... Вот лопатку я положу вот на эту крышку, ну, чтобы она нам не мешала. Крышка эта у нас не качается, никуда не упадет. Итак, начинаем выкладывать эту массу. Очень удобно половником Тупервары. Так. Вот такая получилась масса. Не знаю, что потом получится, какой творог. Это мы тоже с вами увидим. Но пока мы это выливаем. В общем-то, наверное, вкусно будет. Так, и вот для чего я приготовила бутылочки. Бутылочки я приготовила для того, чтобы сливать туда сыворотку. Потому что, говорят, сыворотка полезная, нужно пить по утрам. Вот хочу попробовать. Выливать буду пока в кувшин, в этот сливать сыворотку. Это кувшин тоже Тупервары. Это как бы как мерная кружка можно использовать. Можно использовать микроволновки для, например, разогрева чего-то. Или растопить шоколад, желатин. Ну, в общем, это изделие можно использовать и в микроволновке. Так, сейчас я открываю. Я посмотрю, сколько там сыворотки отделилось. Надо ли уже сливать? Нет, еще не надо сливать. Можно еще сюда лить.
потом, как вся эта сыворотка сольется, я здесь марлечкой вот так закрою, положу небольшой такой гнет сверху, какую-нибудь тяжесть, чтобы все остатки еще выходили. Поставлю, наверное, в прохладное место уже, не в теплое. И посмотрим, что... Ну, я думаю, что завтра надо будет смотреть, что и сколько какого получилось у нас творога. Так, а для чего я приготовила бутылочки? Я не буду все снимать на видео до конца, как я буду выливать. Бутылочки я приготовила для того, чтобы сыворотку я буду сливать в кувшин. Из этого кувшина, конечно, я могу удобно эту сыворотку разлить по бутылкам, потому что бутылки с широким горлышком, из них удобно и пить, и даже будет удобно вот из кувшина выливать сюда сыворотку. Но на всякий случай я взяла лейку. Эта лейка тоже Tupperware. Вот она вот такая. Если мы ее вот так поставим, она у нас, вот видите, ну как бы шатается, и начнем лить, если мы не будем потерять, она может упасть. Но эта лейка не как обыкновенная, эта лейка складывается. В Tupperware все предусмотрено. Здесь вот такие разные выступы, разные диаметры, что это можно ставить на любую емкость разным диаметром. На узкое горлышко, на широкое, на банку. Ну, в общем-то, куда вам удобно поставить. Чтобы нам поставить удобно на эту бутылочку, мы эту лейку сложим. Складывается она очень просто. Вот все. Вот мы лейку сложили, и даже если вы куда-то эту лейку хотите взять, она вот такая маленькая получается и занимает очень мало места. Итак, мы ее ставим сюда. Вот. И выливаем уже жидкость смело. У нас лейка никуда не перевернется, бутылка не перевернется, потому что она стоит у нас здесь очень хорошо. Вот такие вот изделия удобные в Tupperware. Ой, в Tupperware. И очень они необходимы. Вот сейчас у нас ничего лишнего такого нет на столе. На этом я видео заканчиваю. Увидимся в следующем видео и будем с вами дегустировать творог, который я делала первый раз. Всем пока-пока!